видел твой состав. Поддаваться было не обязательно. А я и не поддавался. Да? Просто ты собираешься играть без нападающих и без опорников. А ты выпускаешь Вернера, хотя он не может попасть даже в эмблему, когда целует футболку. Зато у меня есть Ковачич, и он выиграл все финалы Лиги Чемпионов, в которых был. Главное, это его не выпускать. Ну да, вижу, ты настроен серьезно. На воротах Менди, а не шляпа. Не шляпа, а кепа. Но играет-то он как шляпа. Ой, все, давай игру начинать. Томас Психович, там у Тьяго Силвы травма ноги. Понял. Хорошо, что я с прошлого года не выкинул ногу трансформера. Значит, играя за Челси, я им никак не помог. Пора это исправлять сейчас. Зина, будешь капитаном на Евро, правда? Да не, я гоню. Блин, да какого черта? Это ж даже не моя зона. Эдерсон, спасай! Это может быть мой первый гол в Лиге Чемпионов. Что бы на твоем месте сделал Вернер? Подумай и сделай наоборот. Капец! Меня же теперь осудит Дмитрий Селюк. Не падай духом, Алекс. Пеп обязательно что-нибудь придумает. Иначе ему снова достанется от твоей жены. Пеп Тактикович, там у Де Брюйна травма. Похоже, какая-то беда с лицом. Да, он даже стал чуть отличаться от Зинченко. Походу, дело серьезное. Пеп, не волнуйся, я помогу Кевину. Как? У меня же от трансформера не только нога, а весь костюм полностью. Вот, Кевин, бери голову и не бери в голову. Ха-ха, вот так, шейхи снова в пролете. Ну да, у вас же Абрамович простой парень из народа. Вам классный нападающий не нужен? Нужен. Жаль, что я это понял только на 77-й минуте. Вообще-то я на 60-й минуте вышел. Да, но речь идет о классном нападающем. А кубок, который вы выиграли, вам не нужен? Мы выиграли, когда к нам в команду пришел этот парень. Он получит в этом году золотой мяч. Да зачем мне золотой? Не стоит. Мне хватит и алюминиевого. Как раз хорошо будет смотреться в моем мини-купере. Кстати, может, уже купишь себе нормальную машину? Что? Нет. Я вообще думаю мини-купер отдать на благотворительность и ездить на велосипеде. Хотя нет, велосипед это слишком. Буду ходить на тренировки пешком, босиком. Мне одному кажется, что он со своей скромностью уже кукухой поехал. Нет, на самом деле они с Садио Мане поспорили, кто скромнее и добрее. Победитель спора в конце сезона получит Ламборджини из денег. А вы как думаете, кто выиграет золотой мяч в этом году? Пишите в комментариях. И не забудьте поставить палец вверх этому видео. Диспетчер Челсович, а вы что тут делаете? Вообще-то, это и моя победа тоже. Я подтянул в основу молодежь. Маунта, Джеймса, Абрахама, а также Пулишича и Пулисика. Это один и тот же человек. Да? Блин, но играл он очень по-разному. А ты мне больше нравился. Я уже поставил шейхам задачу выкупить весь ваш состав. Так мы вас точно обыграем. Алекс, не плачь. В следующем сезоне нам больше повезет. А это тут при чем? Пеп сказал, что остается в команде. Мне теперь левым защитником всю свою жизнь играть.